В общем-то, тема у меня такая и смешная, и грустная. Почему? Потому что мы с вами еще немножечко проведем один эксперимент. У меня тут есть волшебный синий пакет. Сейчас все расскажу, для чего. Пыток не будет, не переживайте. В общем-то, тема такая, влияет ли публичность на исход судебного дела. Но я думаю, что мы будем говорить не только про судебные дела, а вообще в принципе, потому что желательно дела бы не доводить до суда. Чтобы все заканчивалось, как... вообще, чтобы не начиналось, конечно, но в идеале, чтобы если начиналось, чтобы закончилось сразу же. Микрофон работает, слышно? А то мне кажется, как будто пропадает. Я приведу пример несколько дел, которые закончились при публичном освещении довольно хорошо и благополучно, и пара дел, которых публичность не всегда нужна. И я думаю, что все вы понимаете, что иногда публичность это хорошо, а иногда в некоторых делах лучше вообще-то промолчать и выбрать такую тактику и стратегию, когда не нужно ничего говорить и наоборот, чтобы это было как можно тише. Ну что, давайте эксперимент сначала, с самого начала. Скажите мне, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Все знают, как выглядит и какие на вкус конфеты Левушка? Да. То есть никого, никто? Я не знаю. Кто не знает? Я рассказываю для тех, кто не знает. Тогда вот смотрите. Это такой, ну, маленький эксперимент. Конфеты Левушка. Такие шоколадные вкусные конфеточки. Сладенькие, со сгущеночкой внутри, мягенькие такие. И очень вкусные, но на мой взгляд, да? В шоколаде, да, очень вкусные. Вот скажите. Вот вы меня послушали сейчас мое объяснение, что такое конфеты Левушка. Все представили вкус, наверное, и решили, что они вообще безумно вкусные. Сейчас мы проведем эксперимент. У меня здесь есть конфеты Левушка. Реклама или антиреклама? Нет, я объясню. Нет, это не антиреклама. Ну, просто первые, которые попались мне под руку, ну, и я их очень люблю. Я попрошу их всем желающим раздать. Народу здесь немного, поэтому можно, ну, можно не по одной, можно сколько угодно. Главное, чтобы всем хватило. Вот. Пока раздают конфеты, напоминаю, это очень вкусные шоколадные конфеты. Сколько? Я думаю, что всем хватит и не по одной. Можно разворачивать их и есть, они не отравленные. Ну, всем сейчас раздадут. Вот попробуйте, кто и мне очень интересно мнение тех, кто не ел никогда такие конфеты и не знает, что это такое. Можно с места, я не буду давать микрофон, чтобы время не терять. Пожалуйста, дайте вперед тем, кто не ел никогда, да, потому что кто ел, я думаю, что они и так знают, что это очень вкусные конфеты. Помните мое описание, что шоколадненькие, мягенькие, с вареной сгущеночкой, все хорошо. Все примерно, когда происходит описание какого-то дела, какого-то продукта, чего-то такого, все примерно у всех в голове откладывается. И вы составляете себе, даже когда описывают какого-то человека, или вы читаете про какого-то человека, все книжки читают, и все представляют себе героя как, таким, каким себе они его представляют, да? А когда видят, ну, кино я не буду брать во внимание, как... Будьте здоровы. Кино я не беру во внимание, давайте возьмем во внимание какие-то картины. Вот вам картину описывают, вы ее представляете себе по одному, да? И когда вы видите эту картину живьем, я называю, то чаще всего ваши представления не совпадают. Вы там иногда говорите, о, да я вообще этого героя по-другому себе представлял. Или ничего себе картина, а я ее намного хуже там представлял, по-всякому. Мне теперь интересно мнение, как ваше мое описание конфет совпало с тем, что вы попробовали. Мне больше понравилось, я другое представила. Вам больше понравилось описание или конфет? Вот. Больше вкус понравился, чем сама конфета. Нет, вот тоже сам. Чем то, что я ожидала. Ну вы себе представили одно, попробовали в вашем. Но вы это представили на основе моих объяснений. То же самое с публичными делами. Если есть конфеты, можно там дальше желающим раздать. То же самое с публичными делами. Когда мы описываем дела, мы довольно часто их описываем на страницах в Фейсбуке,
во всех социальных сетях, газеты, интернет-издания и так далее, журналы, вы, читая текст, иногда сопровождающийся какими-то фотографиями, вы представляете себе одно, да? Ну, то же самое, например, я вам сейчас буду рассказывать, что такое пытка электрическим током. Да, вы будете говорить, ну, я не буду впадаться в подробности, не переживайте. Даже не буду показывать кино сегодня. А вы себе представляете, что да, это какая-то ужасная вещь, оставляет следы, судороги по всему телу, последствия могут быть необратимы и так далее. Но пока вы этого не видите и, не дай бог, на себе не почувствуете, вы в полной мере не ощутите то, что это на самом деле из себя представляет. То же самое публичное дело. Когда мы рассказываем о нем, это одно. А когда мы показываем видео, когда сопровождается это видео рядом, либо подробными иллюстрациями, вы понимаете, что это совсем другое. Это либо прекраснее, либо ужаснее. Что касается публичности, иногда, вот, например, вчера я просто узнаю по лицам, я вчера здесь была, многие оставались и смотрели фильм про новую газету. И когда фильм закончился, встала такая мертвая тишина, такая пауза возникла, и было предложено задавать вопросы спикерам, и все сидели молчали, пока кто-то не набрался храбрости и смелости для того, чтобы задать какой-то вопрос. И когда вы сказали свое мнение, сказали, что тут даже говорить ничего не хочется. Вот одно из дел, там вы могли даже видеть где-то меня на заднем плане в деле Али Фируза, потому что я была одним из адвокатов в этом деле. И вы видели в этом фильме о том, что мы говорили с Муратовым, что когда он задал нам вопросы, со мной был адвокат еще Михаил, о том, что, ну, что мы делаем. Какова наша тактика, стратегия? То есть мы делаем сразу бабах или мы тихонечко что-то пытаемся выяснить? Вот дело Али Фируза — это как раз такой симбиоз между публичностью и между очень тихой работой, потому что если бы все действия наши, которые мы делали, там еще был Даниил Хаймович, адвокат прекрасный тоже, и вы его наблюдали, когда Али провожали в аэропорт, он там тоже был. И в результате этого симбиоза, наверное, все и получилось. Потому что, да, записывались ролики, вы тоже это видели в фильме «Обращение», что давайте поможем Али, за Али там и так далее. Была целая акция, в газетах поддержали очень многие журналисты. Это одна из частей публичной работы. А вторая часть работы, которая не освещалась, и мы считали, что ее нельзя было освещать, по целому ряду причин. Потому что... Всплывает опять в камере, в голове, вот этот ролик из, вернее, как эпизод из этого фильма, когда Муратов писал на бумажке, я вот с этим поговорил, я вам сейчас напишу фамилию, вы никогда ее больше не увидите. Это как раз элемент, тот элемент, когда какие-то вещи нельзя выносить на публику. Потому что, к сожалению, в нашем государстве, в нашей стране некоторые вопросы... Они как раз решаются не публично, а вот когда пишутся фамилии, когда с кем-то договариваешься. Мы очень долго, Али был в центре для мигрантов практически 8 месяцев. То есть это дело длилось практически 8 месяцев, и с очень большим трудом удалось его все-таки переправить в Германию, несмотря на то, что все необходимые документы были и решения были. Я Али просто гораздо дольше знаю, потому что мы с ним работали в другой организации еще до того, как он пришел в «Новую газету». И мы с ним до этого 3 года пытались получить ему убежище в России. У нас ничего не получалось. И вот этот, еще раз повторю, симбиоз, он привел к такому результату. Все вы, наверное, слышали дело Ивана Голунова, да? Да. По наркотикам. Вот это тот случай, когда, на мой взгляд, никакого симбиоза не нужно было. Это каждый шаг сотрудников полиции, каждый шаг, что происходило в этом деле, там, от допросов, вот с момента задержания, то есть как только он дал смс о том, что или позвонил о том, что его задержали, было принято решение, чтобы каждый шаг был освещен. Очень многие издания подключились. Безусловно, нужно сказать огромное спасибо целому пулу журналистов, которые это начали, и потом все поддержали, потому что если бы не было такого большого общественного резонанса и публичности, то я думаю, что дело, на мой взгляд, да, кончилось, могло закончиться совершенно плохо, потому что сколько у нас примеров таких дел, которые не Иван Голунов,
но которым постоянно подбрасывали. Вот в Ингушетии сейчас журналист, да, под стражей, ему тоже подбросили наркотики, пытали. И тем не менее, вот, ну, почему-то, по какой-то причине нет такой большой публичности, хотя мы тоже пытаемся помогать и как можно больше все это выносить на публику, но вот, к сожалению, не работает. Ну и мое любимое ярославское дело, конечно, безусловно. Я не буду подробно на нем останавливаться, иначе меня Саша выгонит отсюда. Да, он меня предупредил. Но, тем не менее, то дело, с которого все началось, а сейчас их таких заявлений больше 150, и, к сожалению, большая часть будет дела прекращены, потому что нет видео, не было публичности, нет медицинских доказательств, которые должны были собираться в свое время. Но, тем не менее, целый ряд дел мы доведем до суда, и я приехала немножко раньше, чем ваш Баркинг начался, вернее, потому что мы заканчивали еще одно дело, которое готовимся передать в суд, тоже по сотрудникам, и ждем ожидания еще одного дела. И вот то самое первое дело по Жене Макарову мы начинали еще в 2017 году, в 2017 году. Как раз это избиение, которое попало на видео, оно было в 2017 году. Мы больше года, и мы не могли добиться возбуждения этого дела. Больше года мы писали во все инстанции, и надо сказать, что по этому делу тоже мы писали везде, мы пытались добиться публичности. Был большой скандал, потому что приезжала и Москалькова, и приезжали из СИН России. Была большая проверка. Но, тем не менее, такая публичность внутри России, она не сыграла никакой роли, пока через год, больше чем через год, у нас не появилось вот это видео, которое было опубликовано. И только после публикации видео поднялся большой общественный резонанс. И я думаю, что благодаря ему дело было возбуждено в рекордно короткие сроки. Я вообще за свои 14 лет практики никогда не видела и не слышала, чтобы в течение 5 часов после публикации материала было возбуждено уголовное дело, и на следующие сутки начались аресты. К сожалению, они привели к моему отъезду из страны, но, тем не менее, мой отъезд из страны тоже был настолько публичным. Мы не ожидали, честно вам скажу, что мы не ожидали такого исхода и такой публичности. Мы примерно представляли, но к тому, что произошло, мы, правда, сознаюсь, сами не были готовы. И то, что публично было это так все происходило, и само дело, и, к сожалению, мой вынужденный отъезд, потому как подхватило это и внутри России, и Европы, это везде прокатилось, я думаю, что это в большей степени сыграло как на сам исход дела, так и на возможность моего возвращения, потому что там были, я не могу, к сожалению, все рассказывать, но были даны соответствующие гарантии, которым можно было бы поверить, и мы вернулись с дочерью домой. Поэтому говорить о том, что влияет или не влияет публичность, безусловно, влияет, вопрос как. Есть некоторые дела, по которым я бы, например, я и молчу, если это мои дела, да, и некоторые дела, которые выносятся на публику, у меня иногда вызывают такое скептическое к ним отношение. Почему? Потому что по некоторым делам вот такая большая публичность, она только вредит, потому что власти встают такую позу, когда только идут на принцип. И им все равно, как это законно, незаконно, какие действия предпринимаются, но ради принципа они пойдут там до конца. Да, это довольно шумевшие дела, где, на мой взгляд, иногда можно было бы решить по-другому. Но, к сожалению, тут выбор каждого, доводить ли дело до публичности или нет. И поэтому, когда мы принимаем дела к своему производству, тогда я тоже какие-то дела себе отбираю, потому что я работаю не только по пыткам. Я всегда спрашиваю о том, что хотели бы вы, чтобы в случае необходимости это дело было как-то вот предано огласке. Если человек соглашается, это внутреннее дело каждого, потому что не всегда можно, и не всегда человек хочет говорить. Мы, например, очень плотно и долго работаем с «Новой газетой», и некоторые материалы мы когда даем, мы меняем фамилии, имена, закрываем лица, потому что иногда публичность, она может сыграть злую шутку. То есть человека могут избить, убить. Если вы смотрели ролик по общественному вердикту, мы там делали два ролика по своей жизни. Не такой, конечно, грандиозный фильм, как «Новая газета», но маленькие ролики. И там одна из фраз, когда мы ехали в машине в колонию,
позвонили Руслану Вахапову, он должен был здесь, но, к сожалению, у него административный надзор, ему нельзя присутствовать на этих мероприятиях. Это один из бывших осужденных, которого тоже пытали в колонии. И вот он как раз про публичность-то мог бы и побольше меня, наверное, рассказать, как же менялась жизнь внутри колонии. Мы получали информацию практически ежеминутно и в режиме реального времени, как я называю, да. И он бы мог бы интереснее все это рассказать, но, к сожалению, вот так. И мы ехали в колонию, и по одному из наших дел, видео, которое мы тоже дали потом в «Новой газете», позвонили люди и сказали, что человек, с которым он вчера разговаривал по обычному телефону, его сегодня избили, сломали ребра, челюсть сломали, и он оказался в больнице. Мы потом, конечно, брали его данные, их данных не было, мы после этого публикацию делали, изменили его имена, заретушировали его лицо. Но даже один звонок по телефону, во-первых, нам сразу стало понятно, что Руслан Вахапова прослушивает. И во-вторых, один звонок по телефону, вот, к сожалению, так трагично повернул ситуацию, но он не испугался. Он выписался из больницы, мы продолжаем дальше нашу работу. Он сказал, что он пойдет до конца, и мы вот сейчас пытаемся работать по его делу. И, к сожалению, мое твердое убеждение, что никогда, есть категория дел, которую я никогда не дам публично. Это все дела, связанные с половой неприкосновенностью, и все дела по несовершеннолетним, если только родители не настаивают на публичности. Потому что, ну, по половой неприкосновенности понятно почему, да, потому что это может повредить не только здоровье, но от этого зависит еще жизнь пары человек. По несовершеннолетним, почему у меня такая позиция? Потому что, понимаете, дети — это такая категория, когда вот он сейчас один, вот такой вот он, возраст, воспитание, для каждого родителя он самый лучший, вы считаете, что вы лучше всего знаете, как защищать его права. Саша сказал, сейчас начнется дождь, и все туда сбегутся. Вам кажется, как родителям, что вы считаете лучше всего, как защищать права своего ребенка, вы лучше знаете, что надо публиковать, что не надо публиковать. Но, тем не менее, довольно часто бывает ситуация, когда ребенок становится уже не ребенком, а совершеннолетним, и то, что происходило с ним, как считали его родители, правильно, может порой серьезно поломать его судьбу. Поэтому, на мой взгляд, я считаю, что это касается всех вопросов и религии, и убеждений различных, и самоопределения себя в жизни. Но, тем не менее, мне кажется, что до того момента, пока ребенок осознанно не будет подходить к этим вопросам, родители не должны вмешиваться и никак не должны публично какие-то истории, дела, не дай бог, какие-то уголовные дела, когда ребенок становится потерпевшим и так далее, они не должны быть публичными. Это мое сугубое мнение, поэтому вот как хотите. Не знаю, честно говоря, не знаю, что вам еще рассказать по поводу публичности. Если есть вопросы или мнения, я с удовольствием задам. Сейчас, вот у меня вопрос такой. Ведь вы когда говорите, что в некоторых делах не нужна публичность, ну вот как с Алифирузом было, да? Вот. И ведь я так думаю, что это только в неправовом государстве, типа нашего такое, возможно. Потому что понятно же, что... То есть вчера из фильма было понятно, какие там делались ходы, кто с кем там... Ну, то есть непонятно, кто с кем, но понятно, что это на высоком очень уровне что-то там решалось, и тайно. Вот. И это было условием. И если бы... Ну, то есть это нельзя было, это понятно. Но это наше государство, не правовое. А в правовом государстве... Ну, вот то, что вы потом сказали, я понимаю, да, вот про там всякие преступления на почве сексуальных насилий там и так далее, и с детьми. Это я понимаю. А вот это? Нет, то я... Слышно, этот микрофон работает? Да, да. Я позволю с вами не согласиться. Почему? Потому что я довольно часто езжу не только по России. И когда со мной, например, случилась ситуация, да, и стал вопрос вообще возвращаться мне или нет назад, и это не было дальше публичной историей. Публичная история была только тогда, что я уехала из-за угроз. Но это было публично, потому что об этом, ну, помимо моей воли, потом это все вышло наружу.
все остальные действия, все остальные предпринимаемые меры, все остальные меры, которые сейчас предпринимаются и будут предприниматься, потому что я в вашем городе очень сильно надолго, и будут еще сюрпризы. Поэтому это не публичная история, далеко. Почему? Потому что, во-первых, и это, будем говорить тоже и про правовые государства, коль уж скоро мы не про себя, да? Это тоже, это стратегия, это тактика. И некоторые вопросы, даже в сильно правовых государствах, они тоже не выносятся на публику. Почему? Потому что, во-первых, тут несколько. Это не потому, что государство правовое или неправовое. Это потому, что вы можете заранее рассказать и предсказать ход своих событий, либо ту тактику, которую вы избрали по каким-то делам, и это даст козыри и откроет для другой стороны какие-то такие двери, после которых даже в самом правовом государстве, к сожалению, даже в правовых государствах не все люди действуют по закону. Да, иначе там тоже не было, иначе бы там не было ни тюрем, ни ничего другого. И поэтому с какими бы благими намерениями вы не хотели бы выступить и делать все, как вы считаете нужным, иногда надо задумываться и думать о том, что а к чему это дальше приведет. А это может быть вот в ближайший там день, два, три недели, месяц, год или два вот так вот, а через 2-3 года, через 4 это будет совершенно по-другому. И нужно задумываться дальше, потому что это дело не заканчивается, с этим делом не заканчивается ваша жизнь. Она идет дальше, и непонятно, как оно вылезет в дальнейшем, в том числе, там, например, для вашей семьи. Вы хотели, по-моему, что-то сказать? Сейчас Да ладно, Александр, я просто в тему, это не вопрос, это небольшой опыт, который у нас был, когда мы 3 года вели масейцевское дело, которое удалось выиграть, противостояло нам, по-моему, 35 адвокатов, что-то такое жуткая ситуация, которая за счет публичности удалось посадить тех из уверов, кто убили ребенка, и не удалось посадить, потому что нам не хватило людей, чтобы параллельно шли еще дела, и Росомагина, и другие, они ушли от наказания, потому что не было публичности, и люди не присутствовали на заседаниях судов. Так, по порядку расскажу несколько основных пунктов, которые важны. Во-первых, если кто-то из ваших попал, как вчера мы разговаривали, под суд, или как у кого-то вы хотите поддержать. Помните, что во время суда были, например, допросы свидетелей. Давайте подробности не будем, да? Нет, я не подробности. Алло, закончим. Нет. Да, у нас немножко вот времени осталось. Значит, сами свидетели получают поддержку, когда знают, что их делом интересуются. И они могут по-разному отвечать. Второй вопрос, очень важный. Необходимо, чтобы освещение было, и тогда нас, например, благодарили прокуроры. Почему? Потому что было сильное давление РПЦ на прокуратуру. И они говорили, как хорошо, что вы здесь, потому что мы можем сослаться, что уж совсем беспредела не пойдет. И третий очень важный факт, что некоторые вещи, которые невозможно узнать, у детей не было адвокатов, и поэтому не было информации полностью, как над ними издевались и что проходило, это можно было узнать только будучи в самом суде. Потому что во время судебного заседания прокуроры, адвокаты озвучивали, что реально происходило. Я просто к чему говорю. Поэтому если есть возможность кому-то помогать и присутствовать, я считаю, что это очень полезно. По крайней мере, судебная система работала очень грамотно в масейцевском деле. Там соблюдены были вот любые... Я добавлю к тому, что было сказано по поводу публичности в самих судах уже, когда уже дело передано в суд. Однозначно, если к делу приковано общественное внимание, то исход дела, он никогда не понятен. Даже если вам кажется, что дело со 100% вероятностью будет решено вот так вот, в процессе может обернуться все совсем по-другому. И публичность в судебных процессах, когда уже идет суд, она дисциплинирует самих судей, дисциплинирует адвокатов, дисциплинирует представителей прокуратуры. Потому что, например, на публику уже, если дело такое принимает большой общественный резонанс, на публику, если прокурор встанет и скажет, ну, усмотрение суда, это будет выглядеть довольно странно, комично. И, поэтому публичность в процессах, да,
Да, она, конечно, безусловно, влияет. Я не могу сказать, насколько она влияет на исход самого дела, но уж на дисциплину в процессе однозначно. Ирайда, по-моему, у вас был вопрос. Да, можно микрофон. Я тоже немножко про публичность. У меня шкурный вопрос. Вчера публично избивали в Москве ребят молодых. Я хотела бы знать, они вообще законно себя вели, вот эта гвардия, там, кто там еще? Это риторический вопрос? Я думаю, что это риторический вопрос по поводу... Опять, раз мы говорим про публичность, про избиение, про все вот эти видеозаписи, которые вы смотрели, фотоотчеты, тут надо понимать, важно понимать еще одну вещь. Когда... И это, к сожалению, такие случаи есть, и не один, не два, и не три, когда вот эти видеоролики и прямые трансляции различных агентств, информагентств, они приводят к возбуждению уголовного дела против самих граждан, потому что возникает 317-й, и есть видео, транслируется, показывается видео, где каким-то образом... когда сотрудникам полиции кажется, что на них нападали, поцарапали палец, там, оторвали погоны и так далее. Вот эти видеозаписи, трансляции СМИ, они как раз и дают основу для того, чтобы было возбуждено уголовное дело. В общем-то, потом доказательств особо не требуется. Поэтому это обратная сторона публичности. То есть надо молчать, а не бьют? Нет, не надо молчать. Нет, конечно. Я просто говорю о том, что... Мы же с вами не говорим, правильно ли это, неправильно. Вот мы говорим о том, что... Правильно или неправильно? Ну, они, вы же... они нас должны, что ли, бить-то, я не понимаю. По закону? Они не имеют права. Нет, конечно. Что? Конечно. Санкции на применение средств, как бы, широкий сегмент. Скажите, когда пытки в тюрьмах и не пробить ничего в собственной стране, опыт вот обращения в Европейский суд по правам человека? Вот таким ситуацией. Ты рассказывала же про европейский суд? Да, рассказывала. Можно не выполнять систему, когда пытки. Нет, подождите, я рассказывала о том... Что-то новенькое, Марина. Я рассказывала о тех условиях содержания. По условиям содержания, да, можно не проходить национальные процедуры. Пытки — это не условия содержания. Нет, ну, конечно, можно и сказать, что пытки — это уже как фактически как условия содержания. То есть пытки сегодня... Ну нет, конечно. Нет, пытки не относятся, потому пытки что... Пытки — это серьезнее, чем условия содержания. Ну, здесь так. Просто системность проблемы, что там маленькие тюрьмы, много людей, душ. Отсутствие света и так далее. Это легко доказуемо. Это доказывать уже на национальном уровне не нужно, да, с этим правительство, как правило, не спорят. А пытки, у нас же пытки никогда не признают. Которые говорят, что нет, мы не били. Нет, мы не били, мы задавали направление движения. Это фейковая правозащита просто. Да. Так называется ВКонтакте группа. Да, у нас, кстати, во ВКонтакте организовано фан-клуб сотрудников ВСИН, УФСИН по Ярославской области. И эта группа называется «Мы против фейковой правозащиты». Вот она так и называется ВКонтакте. Очень интересные материалы там можно прочитать, и кем я только там тоже не являюсь, поэтому... Так, ладно, на пытках сегодня мы закончим. Да, в пытках мы сегодня закончим. Ну и поблагодарим Ирину. Спасибо, что пришли.